Времена, когда нарушители общественного порядка сажали на подвал или отправляли на рытье окопов, ушли в прошлое. ДНР становится на путь правового государства. В Харцизске возобновилась работа административной комиссии. Административная комиссия при администрации города Харцизска была создана 10 июля текущего года. После наших тщательных вопросов к Донецку, к руководству республики о том, что комиссия такая должна работать, она работала и ранее при Украине, и необходимость в ее работе была явная. То есть нарушения, которые рассматриваются именно комиссиями на местах при администрациях, они имели место быть. Наказаний не было, поэтому мы форсировали этот процесс. И, собственно говоря, вот 10 июля распоряжением главы республики мы создали эту комиссию. Сегодняшнее заседание было посвящено теме, возникшей в результате работы механизма обратной связи между властью и населением города. Жители микрорайона Северный на встрече с главой городадминистрации пожаловались на продажу в их районе алкоголя на разлив. Василий Ткачук дал соответствующее поручение городделу полиции. Был выездной рейд проверка, был составлен протокол об административном правонарушении и на предпринимателя, и на продавца непосредственно. Но административная комиссия рассматривает дело в отношении продавца, потому что мы рассматриваем только вот эту статью. В отношении предпринимателя наказание намного более серьезное, и штраф намного выше, и ответственность намного серьезнее, потому что там еще и лишение лицензии на продажу алкогольных табачных изделий. Поэтому это серьезное наказание. И думаю, сейчас эта работа только будет активизироваться. Рассмотрение дела закончилось наложением на нарушителя правил торговли административного штрафа в размере 3400 рублей.